Добрый день. Вы задумывались вообще о перспективах рынка стоматологических услуг? Наиболее интересные и перспективные направления. Как себя позиционировать в клинике в рамках работы со страховыми пациентами, в рамках работы за наличный расчет? Будет ли это авторская клиника? Будет ли это сетевая клиника? Будет ли это многопрофильный центр, в котором есть общий спектр услуг, необходимых для пациента любого потока, любого способа оплаты? А как вы думаете, вообще перспективный план, насколько он интересен? Перспектива на 3, 5, 7 лет или наоборот, перспектива должна быть на квартал, 2 квартала, 3 квартала? Я вам расскажу о системах планирования, о возможностях своего диверсификации своих рисков и своей работы в рамках и страховых компаний, и за наличный расчет на своих вебинарах. Эти циклы будут интересны не только начинающим клиникам, но и клиникам уже состоявшимся. Приглашаю вас на свой онлайн-курс.